Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Tower Conquest. Так, заходим быстренько на тренировку, забираем нашу команду. И сразу же ставим ее опять же на прокачку. Так, ага, у всех 4 звезды. Все, пошли они заниматься. Так, на арене мы забираем с тобой 18 карточек на бога ветра. И помимо этого у нас смотритель даже выпал. Ребят, это неплохо. Новый сезон, понятное дело. Награда высшего уровня — это 15 жриц. Так, здесь я возьму, наверное, какую-нибудь команду надо взять такую, знаешь, не особо мощную. Ну, наверное, вот эту вот возьму, чтобы не жалко было потратить одну энергию у нее. И здесь выпустим одного молотильщика. Он сам понимает, что тут всех сейчас порубашит. И, соответственно, уничтожит замок. С удара причем. Ну, это ежу было понятно, что так будет. Мне главное, чтобы это было выполнено и, как говорится, не мешало нам. Так, здесь награды, ребят, как вы видите, баллиста. Баллиста у нас прокачана полностью, поэтому я не вижу смысла туда вообще идти. Так, остановились мы с тобой на долине подданных. Кстати, сколько у нас тут еще? О, так у нас только начало, грубо говоря, да? Мы прошли только одну локацию, и вот здесь вот у нас... Ну, в принципе, друзья, я ничего здесь мощного не вижу, поэтому эта команда, пожалуй, наверное, и продолжит у нас здесь поединки. Так что... Давай. Выпустим, наверное, голема. Мне, конечно, за голема хотелось бы поставить служителя тьмы. Ну, во-первых, ребята, очень мощный хил. Очень мощный хил. Блин, ну куда ты? Ну куда ты вот ползешь-то? Ну куда? Вот, ребят, служителя тьмы я вызвал. Сейчас посмотрим, он успеет вообще добежать-то? Он успевает. Давай сделаем вот так тогда еще. Ага. Смотри. Ой, как великолепно все было. Плюс два голема. Служитель тьмы очень медленно идет. Очень медленно идет. Я еще одного призываю. Ага. Копейщица что-то встала. На, получи, лучница. От своего же, как говорится, собрата. Ну и... Так, подожди. Давай еще корни выпустим. Да все, 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 все. Тут уже им бесполезно что-то делать. Я еще и ураганчик призову. На всякий случай, если вдруг. Ну да, да. Превосходно. Друзья мои, просто превосходно. И мы продолжаем. Мы продолжаем. У нас, друзья мои, последний этап здесь. Будет епископ. Единственное, кто мне не нравится, это Грифон в этой команде. Поэтому, наверное, блин. Нет, в принципе, паладин. Да, паладин, он... Он против Грифона очень даже неплохо заходит, ребят. И он, кстати, выдерживает удар. Вот этот вот смертельный крик, когда Грифон падает на нас. Он выдерживает этот удар, поэтому... Как альтернатива, да, он... Мне кажется, сгодится. Но вот этот вот хламон, конечно, нервирует меня. Потому что он выходит всегда первым. Он дешевый юнит. Надо было мне, наверное, все-таки, ребят, баллисту взять. Да ладно, сейчас посмотрим, кто там. Такой крик, как будто, знаешь, как ниндзя выходит. Но это не ниндзя, это у нас... Давай-ка их сюда. Угу. Так, и я уже слышу грифон, ребят. Грифон... Кстати, это же последний. Тут надо... Нам надо на друидку копить. Она уже вышла. Да, епископ уже вышел, ребят. Ага, к ногтю все. Все к ногтю. Так, это со своими щитами вечными. Вечными надоедливыми щитами. Я вызываю еще баллисту. Слушай, по-моему, ему хана, ребят. Ай! Полетел. Вот именно про этот смертельный крик я и говорил. Смотри, смотри, смотри. Вот здесь вот не повезло паладину, потому что он, ребята, стоит. И он сейчас будет получать постепенный урон. Ну, правда, красная руна уже исчезла. Он ее подвил. Нет, вот она стоит на месте. Ну и все. Все.
Финита ля комедия, ребят. Расписали как по нотам. Прекрасно. Так, ну что, забираем наш сундук подданных и смотрим, что нам из него выпадет. А выпадает нам из него ерунда, и вот только что деньги меня, наверное, больше интересуют. Так, ну что, следующая локация у нас за нежить. Захватчики, нежить и роботы у нас остались. Ну что, давай приступать. Так, друзья, ну что, погнали. Некро и у нас тут зомби. Ну, зомби, да, зомби быстрый. Появляется очень рано. И сейчас будет мне тут нервировать. А я попробую, наверное, все... Нет, не получится. А-а-а, идет. Идет карга старая, ребят. Естественно, начинает своих этих колобков пускать. Мне нужно как можно быстрее баллисту. Все. Все. Отвали, бабка старая. Есть. Нахлобучили мы ее. Нахлобучили и... Ну, в принципе, все, ребят. Тут уже он ничего не сделает. Баллиста, как говорится, прикрывает моих бойцов. Колобки здесь уже не в авторитете. Да. Сделаем еще вот так вот. Зомби споткнулся, упал. И дальше просто-напросто потихонечку разбираем с тобой. И удачно, удачно получается, кстати, ребята. Все. Классно. Что могу сказать? Так, ребятули, двигаемся на следующий поединок. Это у нас второй. Блин, чумная мышь. Чумная мышь. Ну, если, опять же, ребят, смотреть по поводу паладина, то паладин, он что с грифонами, что с чумными мышами, он справляется довольно легко и быстро. Единственное, что он очень медленно ходит. Он пока дойдет до цели... Он может... А, тут еще вон как. Так, ну тут тогда придется нам еще вызывать щитобота, чтобы хотя бы как-то прикрыть. Блин, он в кислоте стоит. Баллиста. Вот, все, вот теперь нормально, ребят. Чумуха, иди сюда. Прекрасно. И вызываем еще одного паладина. Так как здесь очень много летающих юнитов, естественно, ребята, и баллиста, и паладин, они здесь... имеют наивысший приоритет. Ну, конечно, всадник на журавле тоже. Кстати, в этой команде, я вот смотрю, у нас очень много бойцов, которые бьют воздушную цель. То есть баллиста, паладин и всадник на журавле. То есть даже очень много, я тебе скажу. А можно было бы, конечно, немножко здесь понизить бойцов, но... Она, по крайней мере, очень хорошо справляется вот с такими врагами. Ну что, давай переходим с тобой на третий этап. Здесь у нас... Ядрен, матрен. Зомби-камикадзе. Здесь зомби-камикадзе, но... Что, щитобот, наверное, я думаю, будет, в принципе, здесь актуален. Хотя... Хотя баллиста тоже, ребят, здесь не промах. Она издалека сможет быстрее этого зомбика подбить. Кислота, как она долго, ребята, стоит, а? Ты посмотри. Да, да ты достал уже, эй! Ну? Слушай, а щитобот, оказывается, выдерживает целый взрыв от зомби-камикадзе. Вот сейчас будет бум. Ну да, всадник на журавле погибает у меня. Но если мы займем вторую баллисту, все, ребят, тут уже... Шансов ноль, потому что они вдвоем будут бомбить издалека. Что колобки, хоть кого тут вызывай, и нам все будет нипочем. Давай. Тут, наверное, можно ускориться, потому что, в принципе, ребят, победа уже за нами. И смысл играть на первой скорости нет, потому что, ну, исход предвиден в этом случае. И так, у нас одна энергия на этом отряде остается, а уровня еще два. Призрак. Так, квест завершен, тактик. У нас, ребята, призрак здесь добавляется. И это не очень хорошо для баллисты. Если всадник на журавле как-то еще может игнорировать его, потому что призрак до него не достает. Ё-парасоте. Так.
паладина вызываю, ребят. Ну, щитобот, давай быстрее ты иди. Господи, ты должен... Ты должен, но он не делает этого. Просто давай так, наверное, сделаем. Так, бабка старая дупляется. Но, молодец. Молодец, всадничек на журавле. Все у тебя получается великолепно. А баллиста, к сожалению, да, ребята, два или три раза призрак его задевает, и все. И крышка. Баллисте наша крышка. Ну, я думаю, что здесь мы прошли. И на призрака, кстати, не действует моя ульта. Вот это вот притягивание. Он как летит, и ему по барабану. Запрос. Так, ну что, у нас получается последний, да? Последняя локация. Так, ну что, здесь мы выберем. Блин, тут жнец. Ребята, тут жнец. Топовый. По топовой прокачке 5 звезд и... Че взять? Если я возьму деда. Призрак мне не нравится. Ладно, давай не будем изобретать велосипед. Возьмем с тобой топовую команду и справимся. Справимся ей. Думаю, жнеца мы накажем. Так, а я нафига я здесь взял этого? А репульсор-то с какого перепуга у меня здесь делает? Я что-то не могу понять. Че-то я не понял. Сфига ли у меня тут репульсор? Я его для чего? Для чего я здесь брал-то его? Что-то непонятно как-то. Ладно, фиг с ним, пускай будет. Ау! Так, ребят, нам нужна как можно быстрее ведьма. Да, ядрёна матрёна, сразу всех чего? Так, мы делаем свою армию зомби. Потихонечку, потихонечку. Так, эту разносим. Эту разносим и... Слушай, смотри, ведьма не особо получает много урона от призраков. Вообще минимум. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребят. Да, серьезно, мне кажется, ребята, отражение сработало. Женец, он только замахнулся и все, и сразу же отдуплился. Понимаешь? Классно. Да, тут все, ребята, у нас есть, это все прокачано. И мы с вами переходим на новую локацию, это завод. Я думаю, что мы все-таки перейдем сегодня, наверное, на следующий портал. Такс, ну что у нас... Молотильщик плюс щитобот. Молотильщик и щитобот. Но я думаю, что вот эту команду можно будет взять, в принципе. Хотя, ты знаешь, я уже немножко сомневаюсь, что... А хватит ли мне бойцов? Один уже отряд отыгран полностью. Так, посмотрим, чей победит. Как думаешь, чей победит? Мой, конечно же мой. А чей, ребята, здесь еще может победить? Эх, чуть-чуть не добил. Так... Давай, лузгай их тут. Блин, главное, чтобы он не выпустил эту... Скажи, я скажу. Свою пилу, иначе у меня, ребята, тут отряд, сам видишь, какой. Хлипенький, у меня только из топовых... Да. Из топовых у меня только здесь голем, который может противостоять. Давай ураганчик, наверное, вызовем. Есть. Ладно. Ладно, ребят. Первая катка за нами, но это только начало. Только лишь начало. Давай смотреть, кто у него будет на второй. Блин, ну вот без молотильщика никуда. Вот он не может без него, да? Вот вообще никак. Обязательно он должен у него присутствовать, этот молотильщик. А еще этот бот физрук, тени толкай. Он тоже меня здесь будет немножко нервировать. Так, ну что ты, что ты? Ну куда ты? Ну куда ты разогнался? Ну, родной. Иди погуляй. Давай сделаем так. Вообще хочу я сейчас призвать. Идет. Идет бот физрук. Блин, вот и начинает, ребята. Вот, вот, вот,
Вот это в нем мне и бесит. Ладно, дед, давай. Устроим тут карнавальную ночь. Бамс! Готов. Он еще, не забывай, оглушает противников. Бабах! Хорош. Просто великолепен. Массовая атака. Вообще изи. Тыщ. Урон, конечно, у него колоссальный. Все, он сейчас взмахнет и... Да, ребята. И базу мы с тобой уничтожили. Стоило только дедушку позвать, и он, как ты видишь, разобрался с нашими недругами. А вот здесь уже немножко, ребят, похуже, потому что здесь прибавляется джиггернаут. То есть мой голем, мы даже уже, помню, тестили, мой голем уступает по силе джаггеру. Плюс еще не забывай, что джиггернаут, как ни крути, ребята, имеет, ну, скажем так, две полоски жизни. Первая, как... Что? Как-то так. Первая полоска жизни, ребят, когда он... основная, когда он ходит, да, двигается там и тому подобное. А вторая, это именно та полоска, где он в режиме отключки. В режиме отключки в ожидании. То есть он, если у него сработает пассивка на самолечение... Вот. Если у него включится пассив конца лечения, он может, ребята, восстановиться и встать в бой. Вот, видишь? Ну, в данный момент у него не сработало, поэтому он просто стоит тупо. Но все равно это лишняя помеха, это лишнее время на разбор этого робота. И, соответственно, трата времени. А за это время он может сзади кого хочешь. Вот, видел, что? Что происходит? А чё, я не понял, он чё, не впадает в этот, в ступор? Не, все впадает. Молотильщик, ребята, был нами заворожен. И пошел, как говорится, добил свою же базу. Ты смотри, что происходит. У нас, ребята, уже все, два отряда нету. А вот этот, ну, я не знаю, джиггернаут, если за счет джаггера только попробовать как-то выкрутиться здесь. Давай-ка мы, наверное, так и попробуем. Стоит он не дешево, но и недорого. А вот ползун-то здесь... Ползун-то здесь... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Не успел хилять. Клетку. Опа. Красавчики, все попались. Все попались и нашего брата тоже здесь бомбанули. Вот хилбот меня вот бесит тем, что он, ребят, ну вот-вот-вот, он начинает захиливать. Ну дай ты мне жнеца, вот. Смотри, что творит. Клетку. Конечно, тут нужна клетка, ребят. Клетка это топ. Плюс мы с тобой потихонечку. А я, ты видишь, где-нибудь армию? Что-то я не вижу. Жнец, что, ни по кому не попадает. Я не вижу, чтобы он. Здоровский вызов называется, сразу же пилой получил. А вот она, нежить, вот она. Она пошла. Клетка. Ползун. Да все, все, ты посмотри, там уже армия ребят-зомбарей у нас накопилась. Ему не устоять здесь. Просто тьма. Тьма. Ты еще не забывай, что у зомби есть такая, ребят, пассивка. Он заражает юнита. Если тот умирает в зараженном виде, он перерождается в зомби, который идет на мою сторону. Так, ну что, двигаемся дальше тогда. Последний этап. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не-не, какой, какой, тут надо вот этим отрядом, не меньше, потому что этот термин 9000, мы знаем все прекрасно, на что он способен, что он может делать, и как он это делает. Тут даже порой, ребята, и ведьма-то не поможет, там вся надежда на нашего, на нашего мага-рыцаря, потому что она может через отражение урона нанести ему же тот урон, который он наносит. Пока он тут хиляет. Чего? Ладно.
Посмотри, а? Ну, Роня, ну, ну почему ты так? Они же не должны успеть отхилять. Ты посмотри, успевает выхилить. Короче, ребят, давай так делать. Ты, там целую орду, он уже хилов этих. Мы бы не справились бы, ребята, в любом случае. Воу! Давай, 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 родные. Наказываем его, есть. Все, а там хилбот стоял сзади него, да? Там же хилбот стоял. Я же видел, что термин начал накапливать себе здоровье. Все. Прекрасно. Прекрасно. Так, ребят, забираем сундук. И здесь нам выпадает... Только, я не помню, трансформатор. Все, это последняя локация у нас. Сейчас будем проходить. Так, у нас где энергия осталась еще? Вот здесь, на этом отряде. Ну, в принципе, этот отряд может, ребята, разнести башню и разнести этого же стража. Почему? Во-первых, страж, он очень медлительный. Он живучий, но он медлительный. Единственное, что сзади вот этот вот подхалим может нам, конечно, все поднавредить. Это этот с пушкой, который... Вот он. Вот он, да. Так, мы его толкнули. Блин, вот плохо, что заморозили. О, сейчас обоих. Да вообще круто. Вообще круто получилось. Нет, 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 нет. Не надо вот этих вот своих выкрутасов, пожалуйста, мне. Взрывайся. Есть. Ползун, ребята, он наносит урон, когда взрывается не только мобом, но и вокруг себя. То есть, в принципе, взрывной волной он задел базу. Так, здесь прибавляется тритон. Ну что такое тритон? Тритон — это дополнительные щиты. Он также может, ребята, повесить отражение урона. Но у него это очень редко срабатывает, так что... Надеяться, что он там что-то сделает, какой-то переворот в этой схватке, я, честно говоря, сомневаюсь. Опять же, выпускаем по старой схеме Джиггернаут плюс ниндзя. И... Ага, здесь мы не оттолкнули. Вот, вот, друзья мои. Вот он вешает щиты. Они уже не помогут, потому что этот в клетке. То, что он там свои щиты делает, это как мертвому припарка. Давай, давай, родные мои, ну. Бамс. Так, ох, ускоряха. Все. Ну, прекрасно. На самом деле прекрасно. Все было сделано, все сработано четенько. И у нас... Ух, твою ж налево. Блин, ну давай попробуем. В принципе, наш вот этот вот ползун, он может перебить атаку бородавочника, когда тут будет бежать. То есть он... Вот, 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 смотри, вот он сейчас бежит. И все. И он потратил свою силу, ребят. Но он им помимо этого очень силен. Не стоит забывать. Клетку. Пускай посидит, подумает над своим поведением в клеточке. Страж вышел. Так, мой робот в отключке. Но это ничего страшного. Все, выиграли. У нас, по-моему, остается всего лишь два последних этапа. Так, хищнец. А может быть, не будем рисковать? Вот так вот сделаем.
Сейчас пойдет хищниц, это я помню точно. И нам надо будет сейчас, ребята. Угу. И он сейчас будет вызывать одного за другим. Ну, а мой Ронин уже начинает, ребята, там полосовать. Ну, куда ты вылез? Ну, куда ты вылез? Готов. Когда знаешь, кто и когда выйдет, ребят, все намного проще. Ну и последний у нас этап. Здесь смотритель. Он 99 уровня, но... Причем при фул звездах. А как он так может быть? Ну, в принципе, звезды ни на что не влияют, да? Точнее, на прокачку не влияют. Так, я и забыл совсем про этого хламона. Сижу тут. Не парясь. Ой! Какого лешего, Рейн, ты тупанул. Все, ребята. Я совсем забыл, что он перепрыгивает же цели. Ой, тупанул я по-жесткому. Совсем забыл. Ну, ты понимаешь, да, что мы тут проходим на... Этот этап мы проходим, но не на 3 звезды. Это не годится, потому что мы иначе с тобой не получим полностью награды. Поэтому нам надо переигрывать. Как я так тупанул-то? Блин, надо же было не отправлять, надо было подождать, когда он подойдет. А я совсем забыл, что он перепрыгивает. Поэтому ждем. Здесь надо прикрываться, ребят. Ну, сразу, понятное дело, что он его сразу в хлам. Так, у нас, если что, ульта будет сейчас готова. Наверное, не буду пока ее тратить. Дождемся уже смотрителя и уже будем применять, когда он придет. Но он может и не выйти. Поехали. Да. Луч применил, да. Не пригодился он. Ну вот. Вот это уже другой разговор, друзья мои. Так, сундук захватчика. Это все у нас есть. Вот, наши награды. Награды. Пряничный домик, старик и бродяга. Новый портал. Территория нефритовой долины, короче, ребята. А потом роботы идут. Долина, две нефритовые долины. Друзья мои, две нефритовых долины здесь будет. И мне кажется, одна это будет где как раз Рой. Может быть, даже и здесь. С Ронином, с Тигром. Что-то я команду взял. Не ту, что надо, ребят. Не ту, что надо. Да, сейчас будет меня тут досаждать. Ну, понятное дело, истерика. Конечно же. Как же без нее-то? Да заколебал ты со своим уё. Давай так сделаем. Баллиста их будет, если что, станет. По возможности. Ну, да, тут уже все, ребят. Мы накопили довольно хорошую армию. И что тут сделать, уже непонятно. По-моему, ничегошеньки. По-моему, ничегошеньки. Две баллисты. Блин, что как-то долго уровень идет, посмотри. Есть. Ну что, друзья, расколбас. Иван Иваныч. Отлично, прошли.
Так, у нас где-то должна быть энергия, я помню. Вот. Я здесь служитель тьмы. Плюс голем. Так, и... Ну, тут понятно, тут сразу голем. Ну, и... Ё-парасете. Так, подожди секунду, ну-ка. Ураган. Блин, время нельзя терять. Голема мы потеряли в любом случае. Всадник на журавле, ему по барабану нижней атаки. Видишь, наяривает. Давай так сделаем. Они успевают эти служители тьмы-то захилять? Я не вижу. По-моему, да, успевают ребят захилять. Голем нормально себя чувствует. Изи. Что могу сказать? Так, третий этап и... Да ладно, последняя энергия, что ли? Ну да, ребят, последняя энергия вот на этом отряде. Зашибись. А тут еще и Вуджен. Собственно, персоны. Ну, Вуджена, в принципе, можно, ребята, подбить нашим ползуном. Единственное, что сможет ли ползун прорваться к нему. Он же обычно стоит где? За танками. За танками, за бойцами. Он издалека, блин, по-хитрому делает. Давай так сделаем, наверное, чтобы быстрее. Ага, истерики нету. Этого мы возьмем вот так, чтобы на него время не тратить. А вот и Вуджен. Я тебе говорил, что Вуджен всегда появляется сзади танка. То есть мы с тобой вовремя поставили клетку. Иначе мы сейчас бы этого бомбили, а Вуджен бы сзади бы с подтишка бы, как всегда, начинал бы нас тут атаковать. И мы бы не подошли бы к нему. Прекрасно. Прекрасно, ребятули. В общем, по-моему, у нас на сегодня все. Да, ребят, на сегодня у нас все. Вам, как всегда, всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.